Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму очень вкусный густой джем из абрикосов. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! Спелые мягкие абрикосы освобождаем от косточек. Чистый вес абрикосов 1 кг. Затем пропускаем их через мясорубку. Добавляем 3 чайные ложки лимонной кислоты и 1/4 часть от общей нормы сахара. Это 250 граммов. Перемешиваем. И отправляем на плиту. Доводим массу до кипения на среднем огне. Затем огонь уменьшаем. И варим джем ровно 5 минут. При этом периодически его перемешиваем. Через 5 минут добавляем еще 250 граммов сахара. И продолжаем варить снова 5 минут. По истечении времени вводим 1/3 часть сахара. Все так же 250 граммов. И опять варим 5 минут. Затем высыпаем оставшуюся часть сахара и продолжаем варить еще 5 минут. На этом этапе собираем пенку. Дальше проверяем джем на готовность. Капаем немножко варенья на тарелку и проводим ложкой. Если края назад не стекаются, значит джем готов. Если стекаются, нужно проварить еще 3-5 минут и проверить снова. У меня джем кипел в общей сложности 20 минут. Сахара ушло ровно 1 кг. Готовый джем разливаем в горячем виде по сухим стерильным банкам. Как стерилизовать банки и крышки, можно посмотреть в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. Наполненные банки закатываем, переворачиваем на несколько минут вверх дном, проверяем на предмет подтекания и, если все в порядке, отправляем на хранение в погреб или кладовку. Пока джем горячий, он жидкий. Но по мере остывания он становится гуще. До зимы такой джем превращается практически в повидло. Приятного чаепития! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.